Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Ну а я на новом объекте. Буду сейчас обвязывать радиаторы полипропиленом чешским. С нижней подводкой все будет. Подштробил все. Нижние мультифлексы в стену. Сейчас буду опаивать. Будем поглядеть. Сейчас надо радиаторов 6 опаять, а то работа тогда шило на мыло будет. Поехали потихонечку. Дорогие друзья, сейчас буду напаивать вот таких вот костылей для радиаторов конвейерным типом. Заготовочек нарезал, спаяю, прикреплю на радиаторы и буду опаивать. Время день. Костылей на радиаторы. Вот, в изоляцию убрал. Сейчас пойду ставить. Такая штука. Сейчас здесь по полу буду выкладывать изоляцию под теплый пол, пленку. И на нее класть магистраль уже отопления и завязывать на радиатор. Я вот допаял радиаторы, опаял 4 штучки. Опаял больше, наверное, сегодня не буду. Здесь вот конечная у меня 20-й трубой, дальше магистралька 25-й. Через тройнички все впаял, через переходы. Трубу закрепил в пенопласт любимой своей шпилькой из Леруа пластмассовой. Не пластмассовой, а пластилиновой. Не знаю, что там за металл, металл ли это... Вообще, ну вот таким вот образом по-быстрому опаиваем коттедж. Вот, убегаем трубами в котельную и буду обвязывать дровяной котел, коммутировать с электрическим. Газа тут пока нет, а жить надо. Ну, всем удачи, всем пока. Скоро что-нибудь еще запилим.